Эксцентриссимо. Папу Римского можно сравнить с Леонидом Якубовичем. Ему тоже непонятно, что дарить. Не потому, что ему уже привезли все, что можно, а потому, что с религией шутки плохи. Но быть банальным и вручать книгу хочется не всем. Поэтому у папы тоже есть музей необычных подарков. Туда попала, например, шоколадная копия Франциска I в натуральную величину. Правда, неизвестно, отломил ли понтифик хоть кусочек от себя, чтобы попробовать. От президента Боливии Эва Моралеса папа Франциск получил деревянное распятие в виде серпа и молота. Кто-то назвал его коммунистическим, но местные чиновники готовились и от критиков тут же отбились. Распятие – копия работы священника, убитого за правозащитную деятельность, так что в Ватикане ему красоваться не запрещено. Российский президент, вступая в диалог с папой Римским, подарил ему копию иконы Владимирской Божьей Матери, а в следующий раз – целый православный храм, панно с храмом Христа Спасителя. А вот британская королева, похоже, все-таки папу с Якубовичем спутала и на первую встречу привезла ему бутылку виски, мед и десяток яиц. Эксцентриссимо.